Твою мать! Понятно. Подъем. Да идите нафиг, мудила. Стучит мне за пару. Просыпаемся. Меня опекать! Мия, ты о чем? Ты меня уже достал! Мия, послушай. Мия! Уленька,
А что ты ответила в вопросе там про существование кино без склеек? Нет, конечно. Может, конечно. Я тоже так думаю. Ну да. Ребят, вы что, какое кино без монтажа? Ну, много есть вариантов. Там 19-17, Бёрдман. Да. Ну что же, ребятки, я хочу вас огорчить. Если вы не знаете, что такое внутрикадровый монтаж и не видите склеек, это не означает, что их там нет. Ребят, я забрала результаты тестов. Так, Авраменко, Мастеренко, Окунев. У нас по 70. Михеева, 78. Я сдала! Калюжный, 61 Е. Похер. Держи. Мирошниченко, Белоусова, по 80. Цезарев, 82. А где он? Посты закрывают. А ты свои закрыл? Да, еще ночью. Хорошо. Передашь Эдику? Да почему я? Пускай Мия передаст. Уленька, передашь ей сама, держи. Шульц. Ну тут без вариантов. Сотка. И последний. Янкович. 61 мм. В смысле? Владимир Александрович. Почему у меня такая оценка? А что вам не нравится? Я же вам все сдал. Почему у меня самый низкий балл в группе? Никита, послушайте. Как по-вашему, это нормально присылать мне свою работу сегодня в час ночи? Это, во-первых, неуважение к личному времени преподавателя. Во-вторых, это неуважение к вашим одногруппникам. Почему все сдали вовремя? Даже Артем, который никогда ничего вовремя не делал. Я хотел сдать. Или вы считаете, что вы весь такой блатной, вам на всех плевать, и вы все сможете сделать в последнюю минуту, как попало? Это нет. Ребята, я вам еще на первой встрече сказал, переводитесь. Некоторые услышали, поняли, что это не их профессия. Их с нами больше нет. А некоторые продолжают упорно это не принимать. Здесь рядом есть отличный техникум. Вы можете перевестись и стать прекрасным культурологом. Подумайте над этим. У вас есть второй семестр. Первый я вам закрою, но скажу сразу. Вы не режиссер и никогда им не станете. В любом случае, работайте над собой. Главное быть хорошим человеком. И да, напоминаю, практическое задание на каникулы. Фильм наблюдения. Все, представление окончено. Все свободны. Ладно, ребят, погнали, переодевайтесь и бухай! А вам, Никита, я рекомендую обратиться к Ульяне. Все-таки она одна из лучших в группе. Всего хорошего. Всего хорошего. Тише ты! Сейчас соседи все сбегутся! Ах ты, мразь! Что вы творите? Прекратите! Ты... Ну прекрати, я сказал! Сам нарвался. Ну, удар у тебя, конечно, как у моей младшей сестры. Да пошел ты! Вы что, дебилы? Какого черта вы здесь устроили? Ну ты баран. Это не я. Что не ты? Я проснулся за минуту до того, как ты вошел. Но я этого не делал. Может, расскажешь мне, что здесь происходит? А зайди в ту комнату и сам все поймешь. Thank you.
куда собралась? На помощь, Артём! Артём, ему нужна помощь! Кому? Кому нужна помощь? Успокойся! Так, уберите ее, иначе я ее сейчас сам уберу. Никит, или успокоительное? Да, есть. Сейчас возьму. Выпей, пожалуйста. Ложись. Что ты ей дал? Снотворное. Пусть поспит. Идем. Другой тост скажет, ну. То давай. Да не, не, ребят. Сэр, давай. 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 Вперед. Друзья, я безумно счастлив учиться с такими классными чуваками, как вы. Надеюсь, что за 4 года никто из нас не вылетит и не залетит. И что мы все вместе с вами встретимся на этом же месте. И отпразднуем наше вручение диплома. Ура! 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 Ты чего не пьешь? Ну, ты же знаешь, я в принципе не пью. Не-не-не-не-не-не-не, с нами такое не прокатит. Давай. Да. Ульяна! 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 Давай, хорошо! Давай. Я выпью только один глоточек. Давай. Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня утром нашло, честно. Все эти заботы, сессия. Все в порядке, не переживай. Не переживай меня. А что в сумке? Форма, перчатки. А зачем? Ты же завязал. Надо мне. Хватит собачиться, голубки. Из-за вашего лая даже снег пошел. Потеряйся. Фу, как грубо. Там срочное собрание группы. Пошли. Не, может, не надо, может, пойдем домой. Итак, тусовка начинает тухнуть, это факт. Предлагаю продолжить на хате. А на хате это как? Типа в квартире?
В квартире, в доме, в сарае. У кого что есть свободное? Не, мы наверняка пас. Да нам еще эту пьяную свинью в общагу везти. Идем. Понятно. И эти слились. Ну, а остальные что скажут? Ну, у меня есть хата. Вопросов больше нет. Так, Мия, мы домой идем. Максим! Ну, пожалуйста! Только не сними меня. Ну, это же моя группа! Мия, мне завтра на работу идти. Максим, ну, немножечко. Ну, это же моя первая сессия. Хорошо. Только недолго. Эй, ты как, в норме? Я вижу, ты не привыкла к такому. Я раньше никогда не была на таких тусах. Та и друзей у меня есть, с которыми тусить. Теперь есть? Итак, к вашему вниманию, Гай Эдуард Цезарев. В простонародье просто Эдик Цезарь, да. А для тебя Эдик тоже. Уля, просто Уля. Давайте быстрее! Такси уже подъезжает. Бежим! Ну что, пойдем? Пошли. Пошли.